обожаемого, любвеобильного мужчину, уважаемого соседа Александра Филипповича Скляра с 80-летием поздравляют любящие соседки. Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчатся. Желаем радости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда и не падать духом никогда. Один день пролетел, лист на березе совсем пожелтел, ночь накрывает мой дом темнотой, и до утра объявляет отбой. Годы, зачем вы так быстро летите? Годы, не спешите, чуть-чуть подождите. Годы, знаю, что мне моложе не стать, но подскажите хотя бы, как вас задержать. Жизнь, вот еще один год пролетел, жизнь, вот я на год еще постарел. Жизнь, забываем плохое порой. Жизнь, мы помним хорошее только с тобой. Годы, я прошу вас, вы мне подскажите. Годы, ну куда вы летите? Годы, знаю, что мне моложе не стать. Годы, расскажите хотя бы, как вас задержать. Мне тебя, жизнь, упрекнуть. Жизнь, ни о чем не жалею ничуть. Жизнь, а когда ты закончишь свой бег? Жизнь, я скажу, благодарен тебе. Жизнь, ты не раз покидала меня, жизнь, возвращалась любовью храня. Жизнь, так сдержи свой стремительный бег, мне за тобой не угнаться вовек. Годы, прошу вас, вы мне расскажите. Годы, ну куда вы летите? Годы, знаю, что мне моложе не стать. Годы, поделитесь хотя бы, как вас задержать.